Партнер рубрики – магазин детской одежды «Юлия». Новогодняя коллекция карнавальных костюмов. Скидки весь декабрь. Авантюрного вам настроения. Жанр детектива подразумевает серьезное, вдумчивое чтение, стремление угадать, кто же преступник. Может ли детектив быть юмористическим? Детективы не могут быть юмористическими, потому что там все так серьезно. Детективы могут быть с юмористическими элементами. Теории они могут быть юмористическими. Разумеется, детектив вполне может быть легким чтением, наполненным юмором. К примеру, книги польской писательницы Иоанны Хмелевской. На нашей полке сегодня ее роман «Все красное». Сюжет примерно таков. Героиня приезжает навестить польскую подругу, живущую в Дании, и попадает прямо на вечеринку. Одного из гостей на этой вечеринке убивают. Все осложнено тем, что большинство гостей поляки, не знают датского языка, а полиция, соответственно, не владеет польским. Книга читается очень легко. Несмотря на то, что примерно через 10 страниц от начала вы догадаетесь, кто убийца, история не кажется скучной. Настоящий запутанный детектив – это такой, в котором убийца остается неизвестен даже после прочтения книги, шутит Юрий Татаркин. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики – туристическая компания «Далин Турист Уссурийск». Сделай себе подарок из зимы в лето. Подари себе тур. Можно в рассрочку.